Я прочитал, рассказал вам даже скорее, у нас такой формат почти рассказа. Лекцию вы сами прочитаете, кто-нибудь из вас осмелится. А половину этой лекции рассказал, а потом была, с моей точки зрения, очень такая познавательная, интересная и дидактически правильно выверенная лекция по ту, которую сделала Ирина Коваленко, по баллистике, то есть по перелетам в Солнечной системе. Нам это важно, потому что мы должны выводить с вами, будем в будущем, или вы будете в будущем выводить аппараты космические для наблюдений астероидов, которые невозможно наблюдать с Земли. Будете выводить аппараты или участвовать в этих программах для отражения астероидных атак, но это преувеличение, для, по крайней мере, изучения методов изменения орбит астероидов, это как минимум. Ну и, конечно же, где-то чуть подальше, в будущем, может быть, не вы сами, а ваши многочисленные дети и внуки. Всем желаю это действительно реальное счастье в жизни. Я уже человек опытный в этом мире. И вот через эти сколько-то там десятков, наверное, лет вы будете заниматься проблемой добычи ценных материалов, ну, то есть то, что называется космических ресурсов на астероидах или на других планетах. Но лететь туда все равно нужно, и будет даже не только самому лететь со своим термосом, с чайком, но и кирку с лопатой надо будет брать, так что все как полагается. Значит, мы с вами прослушали, я специально сделал так, проскочил основную часть, вернее, вводную часть дал, то есть основные понятия такие вот чисто дидактически неправильно, что такое уточнение орбиты там, и так далее, и так далее, что такое обнаружение. А мы перешли с вами к методам, и я рассказал вам только про космические методы. Ну, методы космического базирования, вот про любимый мной, по крайней мере, проект СОДА и так далее, и так далее. А вот оптическую, основную часть, которая сейчас все работает, наземные оптические инструменты, а также другие инструменты, например, радиотехнические средства, мы с вами не обсуждали. Мы сейчас вот эту лекцию закончим, ну, в это минут точно 45-то займет. И потом прочитаем следующую лекцию, она покороче, но тоже важная, оценки рисков. Итак, оптические средства. Вот если вы просто откроете источник всех наших знаний, Википедию, вы увидите, что программы обнаружения, мониторинга объектов, ближайших к Земле, многочисленные, их там около больше 30, ну, около 30 перечислено. Конечно, в основном это проекты, которые осуществляют США, ну, или в союзе с кем-то, ну, под руководством США. 8 проектов Европа, Китай, Чили. Один проект, каким образом туда попал, не знаю, но я привожу как курьез, потому что Википедия, конечно, источник абсолютных знаний, но частенько врет. Так вот, вот эта программа украинская, она действительно есть такая, но она по наблюдению вовсе не ОСЗ, а по наблюдению, ну, то, что называется контроль космического пространства ближнего космоса. То есть спутников там, мусор и так далее. Да, нормальная программа, но только не здесь она, не в эту тему должна быть. Ну и 4 проекта планируемые, то есть вот перспектива, про которую я вам говорил, что вы будете либо работать там, может быть, сотрудничать международно. Хочу, чтобы все работали вы, конечно, в России, но участвовали в больших международных программах и даже лидировали в этих программах. Вот несколько проектов я вам перспективных, о них расскажу. Тем более, что какие-то из них уже очень скоро начнут осуществляться. Итак, вы помните, что я повторяю некоторые важные картинки. Эта картинка, опять же, была уже во вводной лекции, она повторяется снова. Здесь статистика обнаружения объектов, сближающихся с Землей. Специально помечена стрелкой 1998 год, когда этим программам была оказана мощная государственная поддержка в США. И сразу же начался резкий рост числа на найденных вот этих объектов, сближающихся с Землей. Вы, наверное, помните, вы, конечно, помните, даже я бы сказал, вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, и что-то вам рассказывал. А рассказывал я вам про астероиды, сближающихся с Землей. Сколько их? Много-много тысяч. Все зависит от размера. Понятно, что крупных мало, а мелких больше. Так вот, значит, резкий рост начался с государственной поддержкой. Были оснащены, дооснащены существующие инструменты, появились новые. Ну и вот результат. Я этот график привожу уже много раз, пробиваясь наверху, чтобы добиться до того, чтобы правительство, ну какие-то наши, Роскосмос,
поняли, что если мы не будем участвовать в этих программах, не будем их развивать, то, ну, в общем, так и будет все американское. На этом графике я вам рассказывал, что красным это показано темп обнаружения астероидов крупнее 1 километра с ближайших к Земле. Вышло на плоскую кривую, это означает, что сейчас уже единичные случаи обнаружения. Практически большинство, подавляющая часть этих объектов обнаружено. Такое желтое это 140-метровые астероиды, ну те вот классические, помните, я вам давал определение опасного объекта, такое классическое, вот когда-то считалось, что астероид 140 метров, ну это вот граница. А граница была сделана просто. Инструменты в то время имели предельную величину звездную, где-то 22 для обнаружения, ну и сделали, скажем, для того, чтобы обнаружить опасный астероид на расстоянии одной астрономической единицы, сделали, что это астероиды с абсолютной астероидной звездной величиной 22. А при альбедо 15% это соответствует примерно 140-метровому телу сферическому. Ну и вот это синее, это общая часть, все тут, тут много мелких, много, но чрезвычайно малая доля от всего количества их, мелких же очень много. Вклад обсерватории. Вот то, что я вам говорил, что в основном американцы обнаруживают, ну вот она прямая иллюстрация. Вы видите прекрасно, что здесь ведь хороший экран, сейчас нормально здесь видно, тоже хороший проектор, вернее. Вот эти американские обзорные проекты, из них нужно отметить рост знаменитого Pan-STARRS. Все слышали про Pan-STARRS? Ну вот, все слышали. Значит, нужно отметить очень успешную работу Каталины, обзор Каталины, мы о каждом из них немножко поговорим. И появился новый инструмент, новая серия даже инструментов, Атлас, вот их растет доля. А все остальные, это вот Европа, Китай и так далее. Доля России здесь, пусть не обижаются на меня, особенно гаишане, у Липунова тут команда, она с таким... Ну, с опломбом, но это статистика из центра малых планет. Доля обнаружения нашими астрономами всеми объектов, сближающихся с Землей, доставляет менее 1,1%. А в 90-е годы была 10%, но тогда было мало. Все, так. НАСАвские инструменты. Я этот плакат взял из презентации руководителя офиса по координации работы по астероидно-кометной опасности при НАСА Линдли Джонсона. И здесь перечислены некоторые основные инструменты. Ну, внизу наземные, линеар, сейчас он преобразовался немножко там в другой, но это не важно. Каталина, уже упоминавшийся, Pan-STARRS упоминавшийся, и космическое средство, NEOWISE. NEOWISE, WISE, вы помните, что это инструмент, который обнаружил много-много астероидов черных. Это 40-сантиметровый телескоп, но астероиды черные, а значит, они отражают мало в оптике, а зато много излучают в инфракрасном диапазоне, и поэтому хорошо видны. Вот этот самый WISE, всего лишь 40-сантиметровый, показал исключительную эффективность. Мы многие материалы в предыдущих лекциях с вами как раз использовали, построенные на данных WISE. Pan-STARRS. Ну, хотя вы и слышали, я все-таки напомню, что это означает. Panoramic Survey. Все вы прекрасно знаете английский, многие лучше меня, поэтому уже прочитали и все поняли, что написано. Релизы доступны. А я бы сказал так, они отфильтрованы в каком-то смысле, потому что Pan-STARRS, оригинальный инструмент, был построен на деньги Air Force, военных американских, и стоил... Он около, это сложный инструмент, 100 миллионов. Я рассказывал, что инструменты, это диаметр небольшой, апертура 1,8 метра, но очень большое поле, трехградусное. И такие инструменты крайне сложны в оптическом смысле и дороги. Поэтому он стоил 100 миллионов долларов. Вот такой инструмент. Ученые Гавайского университета, ну вообще американское сообщество, построили, создали софт. Софт тоже очень дорогой, но эффективный оказался. И на радостях, ну я так условно говорю, по-народному, значит, военные американские подарили один из телескопов именно ученым. И PS-1 сейчас принадлежит Гавайскому университету. А вот PS-2 военный, на который
туда не каждого пустят, это уже тот инструмент, новый, второй, который использует все наработки софта, выполненные вот работы. То есть такое вот взаимовыгодное сотрудничество. Технические характеристики вы увидели уже. Значит, про пиксели вы все понимаете, сколько бы вы ни гордились, что у вас такая замечательная камера в вашей мобиле, там 15 мегапикселов. Но здесь все-таки в 100 раз побольше, то есть 1,4 миллиарда. Разрешение инструмента выше, чем местный синг, 0,3 угловой секунды, и предельная звездная величина вот такая. Ну, обычно меньше делает, 23. Главное, что широкоугольный инструмент позволяет делать, это осуществить большое покрытие большой площади неба. Сейчас мне студенты 5 курса, 6 уже знают. 6 есть курса здесь? Нету. Ну, хорошо. Нет, вы, простите. Вы все знаете, поэтому молчите. Сколько на небе квадратных градусов? Все забыло. Ну, кто-нибудь знает? 42 тысячи. Ну, все, я об этом ведь и говорил. Вот молодец, Александр, вот серьезный человек, помнит. Да, 42 тысячи. Представьте себе, что вы тычете в небо телескопчиком, у которого, как БТА, например, там поле зрения, ну, обычно 0,5 градусов. Сколько раз вам придется этот обзор совершать. Поэтому это очень важная величина поля зрения. Каталина. Ну, вы видели по той диаграмме, которую я показывал, что это очень плодотворный обзор. И он был, собственно, и поддержан, и оснащен, и даже дополнительные инструменты построены вот для решения задачи, так называемой там, пакта Брауна. Ну, человек, который сказал, что надо все эти астероиды вылавливать, 140-метровые. Энтузиаст большой. Это Аризона, сухое место, очень сухое. Не Сахара, не пески. Я был в Аризоне, каменистая пустыня. Но там, где прекрасно сохраняется кратер, вот этот 50 тысяч лет кратер, он как новенький совсем, аризонский. Ну и вот вы видите основные инструменты, как астрономы вы сразу видите их параметры, что в основном это довольно то, что называется FAST, то есть с низким отношением, фокальным отношением, ну не самым низким, но все-таки. То есть широкие угольные инструменты, все видно, какие есть. И вот Атлас. Я упомянул, что системы Атлас, прежде всего, телескопы это небольшие, полуметровые, но они полезны и с той точки зрения, что у них огромное поле зрения, они могут за ночь обозревать все небо и даже несколько раз, и несмотря на их не очень высокую проницающую способность, они полезны, потому что они обнаруживают тела, которые приближаются уже очень близко, небольшого размера. Мы обсуждали с вами две парадигмы наблюдений. Первое – это на дальних подступах, где-то на расстоянии порядка одной астрономической единицы, это крупные объекты, надо иметь много времени, чтобы что-то успеть сделать. А поскольку мы на таких расстояниях всякую мелочь типа Челябинска обнаружить не можем, нам нужна система предупреждения. Этих тел много, они подлетают, надо успевать их увидеть. Поэтому телескопы должны быть широкоугольными, а проницание для таких телескопов, ну где-то там, может, 17 величины, там 18 вполне хватает, чтобы обнаруживать вот эти тела типа Челябинского, ну, многочисленные, которые сейчас считаются опасными. Я взял здесь картинки Гавайских островов. Ну, кто-то из вас, наверное, был на Гавайях, кто-то не был, но неважно, слышали все эти названия. Остров Мауи – это основной, Халеакала – там, где стоит вот эта картинка на Халеакале, и Мауна-Лоа – здесь PS1, то есть Pan Stars первый стоит. А вот эту картинку недавно выложили они в интернет, чтобы вы поняли, что Гавайи, конечно, тропики, но если подняться на горку, то там снег и прочее, и прочее. Многие туристы сейчас стоят такие заграды на дорогах, не военные, заграды от дураков, потому что с пляжей, с гавайских пляжей, замечательных пляжей, народ садится в машинку прямо в шортиках там и едет на горку посмотреть на звездочки. А там зима, а там заносы, а там машина может встать. Ну и сколько раз там мне астрономы говорили, гавайские, приходилось раньше спасать. Сейчас поставили, решили, что это слишком дорого спасать всяких дураков, поэтому просто охранников поставили на дороге и не пускают всех этих вот любителей экстрима туда наверх. Вот видите, все даже занесло. Это Халеакала, Институт астрономии Гавайского университета, Халеакала.
Это Pan-STARRS 2, это военный. Вот это Атлас, видно, домик поменьше. И сам телескопчик, ну, 50-сантиметровый, не сравнить с 1,1, с 8 метров. А вот это гигантское сооружение, это самый большой в мире. Что вы представляли, вы же курсы общей астрономии знаете, солнечный телескоп, 4-метровый, совершенно гигантский. Сложнейшее сооружение, и до конца еще не включен вход в строй, но это конечно, рекордный инструмент. У нас сейчас получены средства и начато проектирование инструмента в составе геогелиофизического комплекса в Сибири под Иркутском, строительство телескопа 3-метрового. Ну дай бог удачи. Исключительно сложный инструмент, но это я так для любопытства, потому что вы же астрономы, вам интересно знать, где что есть такое. Совсем недавно первый свет получен в 2017 году, запущен специализированный инструмент, вот так он называется, Zwicky Transient Facility. Значит, система для наблюдения транзиентов по имени Zwicky. Zwicky, вы знаете, замечательный швейцарский астроном, который переехал в Америку, который что сделал Zwicky? Главное, вот самое главное, что сделал Zwicky. Кто-нибудь знает? Zwicky ввел, он, во-первых, это обнаружил явление и ввел понятие темного вещества, dark matter. Давным-давно, еще в 1933 году, он наблюдал, как только-только вот появились инструменты для определения лучевых скоростей галактик, ну уже точно достаточно, Хаббл использовал и прочее. На скоплении в скоплении Дева, он увидел, что галактики носятся со скоростями гораздо больше, чем полагалось бы в гравитационно связанной системе. Скорости настолько большие, что ему пришлось предположить, что есть какое-то невидимое, никак не излучающее, не поглощающее вещество там, но которое гравитирует. И вот ввел понятие темного вещества. Но это уже вот отдельная тема. Вот здесь построен такой телескоп. Почему я показываю эту картинку? Для того, чтобы ну, в каком-то смысле даже здесь, скажем, наши ну, наблюдатели не так много, но что можно даже в условиях Паломара. Паломар, представляете, это Калифорния, все-таки там уже много и света, и прочее. Но вот удалось такую построить технологическую машину, которая работает в Паломаре. Нормально. Это телескоп очень интересный с технической точки зрения. Если кто хоть немножко интересуется телескопостроением, у него не плоская фокальная поверхность, у него вогнутый детектор, большой. Это телескоп назначения, прежде всего, военного, Space Surveillance телескоп. Он отработал в Северной Америке и сейчас перемещается в Австралию. Вот даже стрелкой показано здесь. Он перемещается в Австралию, чтобы южное небо наблюдать. У него есть особенность, полевого ротатора нет, поэтому время экспозиции короткое, но при такой большой апертуре это, в общем, инструмент мощнейший. Когда он войдет полностью в строй, сейчас пока еще, видите, только вот процесс наладки идет, это будет мощнейшая фабрика и для контроля космического пространства и подземного, ну и как побочный продукт для астероидов. ЛССТ. Слышали про ЛССТ? Ну, кто-нибудь? Слышали. Вот ЛССТ. ЛССТ Large Synoptic Survey телескоп, вообще говоря, многофункциональный, и изначально он задумывался как телескоп для изучения вариаций распределения темной материи. Она же гравитирует. Раз она гравитирует, вот представь себе, у вас в пространстве что-то мощное гравитирующее, такая губка. Картины космологические видели, какая губка из темной материи получается, и вот каждое это сгущение дает свою гравитационную линзу, и свет более далеких объектов искажается. Поэтому по малым искажениям на большом поле картинок, по появлению гравитационных изображений, гравитационных линз или микролинз, или просто по искажению, по сдвигу, значит, хотят определить, как устроено вот это вся распределение темного вещества, как вот структура вот этой самой паутины губки темного вещества в пространстве. Это основная задача. Ну и, конечно, еще второе название – астероид-киллер, но это так, для журналистов. То есть понятно, что здесь никакого убийства нет, а просто обнаружение практически всего, что нам интересно. 8-метровое зеркало сплошное. Ну, здесь параметры есть, значит, в фильтрах, в 6 фильтрах может, и покрытие, вот такое гигантское покрытие, 18 000 градусов за 3 ночи. Да?
3 миллиарда пикселей поля зрения. Ну, в общем, система, хотя авторы, они нам предлагали России участвовать, ну, вот как с фальшивой монетой с нами связываться. То есть да, а потом ничего не подписываем, ничего не подтверждаем и так далее. Как они сказали, мы немного просим для участия. 50 миллионов долларов достаточно. То есть с мелкими деньгами приходить-то не нужно. Но вот выяснилось, что 50 миллионов долларов неподъемно для нас, для такого инструмента. Значит, стоимость его будет, конечно, под миллиард, чтобы понимать, чего стоит в этом мире. Вот это зеркало, вот его детектор, размер матрицы, то есть уже сборки матрицы, вы видите какой. Показана сложная оптическая схема, весьма сложная, очень такая сложная, но в то же время, вот она сложная, и в то же время все-таки еще не очень дорогая. Все-таки это реализуемое, так скажем, на одиночном зеркале. Европа заканчивает строительство своего специализированного телескопа, который тоже будет работать по околоземному пространству в большей степени, но и для астероидов тоже. Называют его Fly Eye, глаз мухи. Значит, здесь оригинальное большое поле зрения, аж 45 квадратных градусов. И это поле зрения, оно как бы плоскими фасетками, такая призма в центре, и на каждую призму 45 построена своя камера. Поле разбито на участки вот этой призмы, строится все большое, а потом от этой призмы, значит, на каждую камеру передается. Каждая камера следит за своим участком. Этих камер 16. Значит, выбрано место Сицилии. Ну, поближе, скажем, к северному побережью, ну, километрах в 40, наверное, от северного побережья, к югу. Вот нашли такие суховатые горушки там, вроде астроклимат, ничего. Ну, это Европейское космическое агентство. Можете посмотреть, а скоро, наверное, можно и побывать будет там. Там наверняка будет проводиться какая-нибудь инаугурационная конференция, и потом еще будет проводиться. И, в общем, интересно посмотреть. Сицилия. Наши инструменты. Телескоп АЗТ-33ВМ. Под Иркутском, под, это означает, ну, только в России можно сказать под, это 320 километров от Иркутска. Едешь туда целый день, это какой-то кошмар. По дороге приходится там посещать какие-то кафешки, бурханить. Бурханить, это значит, нужно выйти возле деревца священного для местных людей, оно увешано какими-то ленточками, немножко выпить там чего-нибудь и немножко плеснуть вот этим самым духом. Вот так. Значит, я фотографировал, я там был последний раз, фотографию делал в 2012 году. Это зима, и они говорят, вот снежный покров, толще этого не бывает. То есть снега немного. 2 километра высоты, довольно мало воды, что очень важно. Почему вода важна? Вода поглощает инфракрасное излучение. Если вы хотите работать с инфракрасным телескопом, то вы должны искать места, где не просто сухо, а чтобы вот этот слой воды, осажденный слой в воздухе до космоса был желательно не больше двух, а лучший, в самых лучших местах 1 миллиметр осажденной воды. Здесь вот 2,5 примерно так, но тоже уже считается, что более-менее хорошо, хотя и не лучше. Из обсерватории, в принципе, и оснащалась нашими военными, которые думали, что раз там мало воды, то можно видеть в инфракрасном диапазоне в 10-микронном. А почему 10 микрон? Потому что это пиковая длина волны для излучения черного тела на орбите Земли. Ну, вот эти самые 300 градусов, мы как-то на каком-то из лекций я спрашивал, какая равновесная температура 300 градусов Кельвина для черного тела. Поместите черное тело, какая будет его температура? Вот примерно 300 градусов Кельвина, чуть поменьше. 14 градусов Цельсия, в общем. А это тело излучает по закону Вина в 10 микронах. Если вы хотите увидеть что-то в окрестностях Земли, то вот именно такого типа объект, переизлучающий, то нужно ориентировать вашу систему на 10-микронные. Например, здесь вот, мы, конечно, хотели смотреть в том числе и всякие военные объекты, которые и красят черным, там, и скрывают, и так далее. Значит, один из телескопов, вот этот АЗТ-33ИК, он и называется инфракрасный. У него поле не очень большое,
Ну, работает, хотя, конечно же, на 10 микронах, ну, Бетельгейз. Я смотрю, там крупные инфракрасные источники на небе, которые есть, они там наблюдают. В каком-то плане этот телескоп, скажем, для военных, наверное, не очень, а так наблюдают, он сейчас работает в поддержке наблюдательных программ, в поддержке, в том числе, наших космических проектов. А вот это новый телескоп, сейчас он уже пущен, АЗТ-33ВМ, примерно такой же, там по размеру, 1,6 метра у него апертура, поле зрения около 3 градусов, но вот поле намного больше уже здесь. И здесь уже просто детекторы обычного нормального диапазона. Вот поле большое, вот такое вот, но с ними проблема и есть. У нас оказывается, ну, в России так бывает, начнут делать, даже вложат какие-то деньги, до конца не доведут. Вот до конца не довели, не докупили детекторы, потому что Академии наук денег нет, а Роскосмос купил хорошие детекторы, но поставил их на своих станциях в Армении, где-то еще. Когда мы говорим, что же вы эту не оснащаете, а это другое ведомство. Вот общенациональная задача, это другое ведомство не могут передать, хотя знают, что это телескоп супер. У нас это лучше, если его дооснастить, мы будем, ну, почти как Pan-STARRS. Бьемся над этим. Я буду снова говорить и на конференциях, но и в Роскосмосе, на коллегиях министерства тоже всегда об этом говорю, и записки пишу. Ну, может, когда-нибудь это и пробьется, что вы сможете приехать и даже понаблюдать на таком замечательном инструменте. Сети. Вот то, что Атлас развивается, я вам говорил, что Атлас там сейчас первые два телескопа работают, потом еще по миру будут раскидывать. У нас есть такие сети, они разнородные, из разных инструментов и посвящены, конечно, деньги им платят не за астероиды, а в основном за контроль космического пространства, за наблюдение всяких объектов, спутников, космического мусора и так далее. Это сеть ISON, она так называется. Большая часть инструментов — это привлекаемые средства, то есть, скажем, ну, из ISON кто-то, Игорь Молотов или Виктор Воропаев, они, значит, договариваются с местными астрономами, мы будем вам немножко платить, работайте по нашей программе. Работают, некоторые очень успешно, например, в Благовещенске. Вот. Часть инструментов здесь покрашены красным частично, работают и по программам наблюдения астероидов. Вы слышали комета ISON, вы слышали комета Еленин. Леня Еленин там эффективно работает, даже, по-моему, штуки 3 открыл этих комет. Вот, то есть это есть. Но, тем не менее, это не системная работа, и поэтому вклад вот такой, о котором я говорил. Помните про 0,1%. Здесь сеть университетская, МГУ. То, что вот он говорил про сеть, тоже уже в нескольких странах такие есть наблюдения ведутся, в основном астрофизические. Эта система предназначена главным образом для алертных наблюдений по гамма-вспышкам. Но вот оказалось удачное ее использование и для наблюдения оптических источников гравитационных волн, ну и так далее. Ну, для астероидов ее привлечь полезно было бы, но проблема есть такая. Нужна общенациональная программа, чтобы источник, ну и нужно согласовать, потому что, вот честно говорю, я не раз слышал, как Владимир Михайлович, профессор, говорит всякие глупости, в том числе и про меня, что вот у нас какие-то жуткие деньги, ему не дают, а он все один сделает. Это не так. Только это, во-первых, денег нет, к сожалению. Самое главное, к сожалению. А второе, что такую работу можно делать только сообща. Если каждый будет обосабливаться и говорить, вот только я и больше никто, а именно такую позицию я здесь и наблюдаю, то точно ничего не будет. Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас растет молодежь, которая более так смотрит гаишевская на вещи и прагматично, и в то же время разумно, что вместе надо делать. В отдельных случаях это уже не обнаружение, а мониторинг. Программа мониторинга есть. Мы наблюдаем по программам международной сети предупреждения об опасных астероидах. International Asteroid Warning Network. Вот это сокращение IWAN, как его говорят, вот это оно и есть. Это чисто добровольная международная часть обсерватории наших вступила. А часть нет, ну, скажем, конечно же, самые амбициозные города у нас Липунов и Молотов, они не вступили, все остальные там работают. В частности, Инасан, вот
по этой программе наблюдал знаменитый астероид ТС-4, знаменитый, потому что это первый случай международной компании, реально международной по всему миру, наблюдения астероида, сближающегося с Землей. Ну, здесь показана наша обсерватория совместно с российско-украинская в Терскол. На коленке у Эльбруса стоит она, телескоп. Девочки уже донаблюдали, кто-то из наших. Вот Маша, да, кто еще у нас там? Ну, кто-то там был, значит. И вот этот ТС-4. Сейчас я скоро разошлюсь, сегодня, скорее всего, приеду в институт. Объявлена новая программа, давайте посмотрим. Это отработка технологий международного взаимодействия. Нам предложили использовать 6-метровый, был удобно 6-метровый телескоп для того, чтобы посмотреть кривую блеска. Ну, по кривой блеска можно форму астероида там выяснить и прочее. Мне мамой клялись начальники, в частности, директор САУ, что мы все сделаем, и ничего не сделали. Вот это вот нехорошо. Значит, надеюсь, что опять вы будете гораздо более обязательными людьми. Вы же если обещали, то надо сделать. Вот интересная штука. Я услышал о ней, ну, впервые, хотя раньше о ней докладывались тоже, на конференции в этом году, которая проходила в конце января, конференция, организованная Европейским космическим агентством, называлась, ну, если говорить, то синергия между технологиями наблюдения астероидов и космического мусора. Вот японская группа, JAXA – это европейское космическое, то есть японское космическое агентство, предложили такое. Ну, вот идея такая. Значит, больше всего, конечно, малых тел. Малые тела обнаруживаются только, могут быть обнаружены вблизи. Если они вблизи, то скорости их углового перемещения очень велики по небу. Это означает на техническом языке высокий смаз. Это значит, что вы делаете экспозицию, а у вас астероид оставил, чиркнул, и информация размазалась там по 10, 50, там 100 пикселям. Вроде бы, ну и что такого, а то, что каждый из пикселей имеет свой шум, и отношение сигнал-шум при этом резко падает. Значит, смаз уменьшает отношение к сигнал-шум. Если вы размазываете, каждый пиксель дает свой постоянный шум. Понятно? Поэтому у вас вырастает вот этот знаменатель шумовой от фона, от пикселей и так далее, и сигнал пропадает. Поэтому вы видите просто, ну, видите на экране ничего. Вот как, например, здесь. И вот ничего не видите, и все. А идея такая. Значит, японцы, они взяли вообще маленькие инструменты, видите, какие. Они взяли, значит, некий участок неба, разбиваем там сколько-то, там 50 квадратных градусов, не знаю. И разбивают на участки, и в каждом участке делают свой фрейм. И закладывают такую идею. А давайте попробуем перебрать все возможные направления движения астероидов. Ну, из них некоторые более выражены, некоторые нет, но тем не менее, все перебрать. И складывать в этом направлении кадр за кадром. Шумы, они случайные. Значит, понятно, как складываются шумы там по корню из n, а сигнал складывается как функция от n. Если он какой-то хоть есть, хоть маленький, крохотный совсем сигнал, он будет складываться, и у вас вот, допустим, 50 кадров сложили, у вас сигнал от источника сложился, увеличился в n раз. А от шум от фона по статистическим законам в корень из n. То есть, когда вы складываете, понятно, что соотношение к сигнал-шум растет при этом, да? Тоже в корень из n раз получается. N делить на корень из n, получите корень из n. То есть, если вы сложили, у вас вот это соотношение растет. И вот эти сложения вот здесь и происходят. Вот видите, складывают, сложили, увидели объект. Хотя на самом деле вот так просто на кадре его не видно. Что? Но это математическая задача сложная. Вы должны выбрать массу направлений. Вы должны все их обсчитать. А даже, скажем, высокоскоростные компьютеры, которые программным образом не справляются с этим. Японцы давно уже ввели в практику, начиная еще с знаменитого Дэйчиро Сугимото, который занимался эволюцией звезд. И вообще говоря, исходная самая статья была Хоши Хаяши Сугимото об эволюции звезд, 1952 год, «Прогресс теоретической физики», японский журнал, откуда началась вот эпоха расчета эволюции звезд с помощью компьютеров. Вот там началось. Так вот, тот самый Дэйчиро Сугимото, он придумал такое, а давайте не будем программным образом решать эту задачу, а сделаем ее, прошьем на уровне железа. Это то, что называется плис.
ну вот сейчас современные, и построил первые вот такие вот специализированные процессоры. Они могут решать эффективно только эти задачи, так называемый Grape. Вот сейчас для, скажем, звездной динамики, особенно в галактиках, Grape 5 используется. Это действительно так. То есть в разы, в сотни раз увеличивается быстродействие. Вот это позволяет, применение вот таких технологий, позволяет специализированных процессоров, позволяет резко увеличить процесс обработки. Поэтому вы можете и такое направление, такое с большой скважиностью перебирать, и в конце концов найдете. То есть эта технология вот такая. Иначе вы никаким другим образом эти слабые объекты не найдете, если не будете ставить какие-то безумно огромные камеры, безумно дорогие. А здесь все это дешево сравнительно. На маленьких инструментах находят. Радиотехнические средства я вещал. Вы уже помните картинки, которые я показывал. Я всегда говорю, вы помните, потому что я надеюсь, что кто-то из вас слышал мою вводную лекцию. Ну, Алексей Сергеевич, они всегда слушают, поэтому я всегда знаю. Ну, кто-то нет. Значит, рассказывал о том, что применение радаров, специализированных радаров, не просто радаров, радаров полно, они мощные, они расположены, военные радары, но у военных радаров задача другая, они очень мощные, там такие сотни мегаватт излучаются, ну, например, на Кваджалене, да и наши тоже радары, у них задача быстро просканировать все небо, посмотреть, не летит ли кто ненужный. Это значит широким пучком, опять же, да, и вот, а широкий пучок означает, что как только вы уходите куда-то подальше, то сигнал оставляется единица на R в четвертый. Потому что туда долетает уже радар, не просто отраженный свет. Если бы просто отраженный свет, вы бы получили единицу на R квадрат ослабления сигнала. А поскольку у вас ослабляется на этом пути и на обратном, складывается, получается на единицу на R в четвертый. Поэтому радары работают только в ближнем космосе. Вот эти военные. А чтобы в дальний космос заглянуть, нужно что сделать? Сузить пучок, в котором энергия излучается. Вот это и делается для инопланетарных радаров. Их работающих два по-настоящему сейчас. Вот с помощью планетарных радаров, прежде всего американских, скажем, получены много информации об астероидах. Конечно, это нужно только по цели указания, он должен знать, где этот астероид находится, пустить туда импульс, проанализировать назад. Получается с высокой точностью характеристики скорости, до миллиметра, даже доли миллиметра в секунду. Представляете, измерить скорость астероида на расстоянии в 50 миллионов километров с такой скоростью, с такой точностью. Формы, поскольку можно из-за того, что астероид вращается, скорости разные, вы получаете разные частоты. Анализируя спектр частот, который придет, вы получите и характеристики вращения астероида, и даже его изображение. Так же, как вот поверхность Венеры мы, например, видим на картинках, которые вовсе сняты не в оптике, а в радиодиапазоне, локаторы бокового обзора, так называемые. Слышали что-нибудь об этом, студенты? Нет, вы так... Если я слишком много что-то вам рассказываю, то вы скажите, нам попроще бы. Нет? Александр, вы серьезный человек. Вы так... Или вы все это знаете? Не все. Ну хорошо. Ну, у вас загадка должна была, откуда у нас фотографии поверхности Венеры, что это такое? Так вот, это вот радио. Так вот, здесь радио позволяет радары голдстоуновские на астероидах видеть объекты размером в несколько метров. Разрешение сейчас достигнуто. Мне лично говорили люди оттуда, что мы достигли разрешения, ну, для критических случаев, вот для астероидов вот такого, на таких расстояниях до 3,5 метров. Такие булыжники. Ну и картина. Это, значит, строится картина, поскольку радиоволны отражаются не от верхнего микрона, а чуть-чуть проникают вглубь и отражаются, да, то они несут информацию еще и о том, а что в глубине, то есть в поверхностном слое. Точно так же, как дистанционное зондирование происходит радиотехническими средствами. Радар излучает волну, значит, волна проникает в зависимости от длины волны, может быть, там на 10 сантиметров, все зависит. Это важно, потому что, вот, например, влажность почвы пощупать. И потом анализ обратного сигнала говорит, а воды там столько, от сухой поверхности так отражается, от влажной так. Принцип понятен. Ну, здесь вот примерно то же самое, то есть можно узнать какие-то характеристики отражающей поверхности, не только формы, но и характеристики отражающей поверхности астероида. То есть уже делать вывод о химическом минералогическом составе с помощью вот этих самых. Что дают радары? Вот то, что они могут сильно увеличить точность определения скорости ни из каких оптических
наблюдений, вы не получите такие наблюдения скорости миллиметров в секунду, да что вы. А из радар дает вам прямо эту картинку. Так вот, применение радара увеличивает на порядке точность. Здесь специально я взял картинку от Чесли, написал, Стива Чесли, который показал, что если, скажем, включать радар или не включать, то точность вот будет увеличиваться. Здесь ну, некая характеристика, что ли, точности, вот четыре порядка. Вот типичная для оптики, оптика типичная для оптики, и если мы включаем радар. И еще одна штука здесь есть такая, это анализировалось, радар, он тут зеленым показан, видите, радар все-таки это порядки величины, а если еще поместить радиопередатчик на орбиту вокруг астероида, чтобы он оттуда, тогда вы вот эту не единицу, наверное, четвертую будете иметь, а просто единицу, наверное, квадрат. Все-таки проницаемость уже выше становится, то есть предельно, на больших расстояниях можете наблюдать, и точность повышается существенно. Так вот, если поставить радар на орбиту астероида, то точность будет еще раз возрастать. Зачем нужна нам такая точность? Мы же хотим предсказать, куда прилетит астероид, попадет в Землю или нет. А для этого нужно не 10 там, минус 6 характерной точности современной. 10 минус 6 – это элементы орбиты с такой точностью известного тела, а хотя бы на 3 порядка получше. Вот тогда мы точно скажем, попадет или нет. А так, ну, бог его знает, там точность орбиты не очень высока. Вот эти самые планетарные радары, о которых я говорил, американские, вы пока читайте, посмотрите. Наблюдают они ну, несколько десятков, там, до 2 десятков астероидов в год, дают очень ценную информацию. Наши радары, да, здесь частота указана, технические и так далее, все вы видите. Значит, в Аресибо неполноповоротный радар, это кратер вулкана, ну, ложбита такая, его заложили, то есть он смотрит, ну, можно сказать, если бы вот это фокусное устройство не перемещалось, то он бы смотрел все время только в одну узкую полоску, то есть прочерчивал бы вот такую полоску в результате вращения Земли. А оно перемещается, тут градусов 14 есть туда-сюда, свобода. Поэтому вот некую полосу он охватывает, вот этот радар. А Goldstone может в любом направлении, доступном ему, значит, работать по радарному методу. Так, здесь вы успели прочитать, я успел что-то сказать. Да, конечно. Передатчик. Ну да, ну так уж его там даже наши стали называть транспондером, космический передатчик, который находится либо на астероиде, либо в окрестностях астероида. Да, Маша. Какой радар? Вот этот? Полный. Аресибо. А вот приемник, видите, да? Значит, он на тросах, он на таких вот штангах, мачтах. И на тросах. И вот этими тросами сдвигают его сюда, сюда, сюда. Это означает, что туда смотрим, туда. Да, да, пардон. Ну, молодец, спросила, все поняла. И мне рассказала. Радары в России. Ну, у нас только, скажем так, перспективы. Нас, когда нужно было Роскосмосу и военным, как-то этот радар в Евпатории сохранить, они собрали здесь, в Гаише, два раза совещание собирали. Расскажите астрономы, как вам нужны. Мы все рассказали, они эти аргументы значит, использовали, получили добро на продолжение работ по радарам, про нас забыли. То есть, ну, это бывает в жизни. Эти радары старые, то есть, конечно, это Советского Союза, близнецы. Один в Евпатории, другой в Уссурийске. И центр дальней космической связи Евпатории, центр Советского Союза, работал очень успешно. Радар был мощный. Значит, излучал, если, скажем, Аресибо – это мегаватт, а если Голдстоун – это там 700 киловатт, то здесь был поменьше, 300 киловатт, но тоже много. Сейчас никак не могут восстановить для того, чтобы радар излучал хотя бы 50 киловатт. Вот сейчас, потому что ну, разруха была, все это упало и так далее, технологии потеряны, что-то потеряно сильно. Но тем не менее, мы говорим, что даже вот такой мощности хватает, чтобы наблюдать тела, пролетающие близ, а их много пролетает близ Земли. Ну и вот те пролеты близкие, радары на коротких расстояниях, скажем, где-то до Луны легко добивают. Предельное расстояние по крупным астероидам – это десятки миллионов километров, а на лунных расстояниях может даже мелкие тела
наблюдать, даже с 50-киловаттным радаром. Ну, если программа это все-таки пойдет, ну, очень здорово. Я думаю, что все-таки нам здесь тоже, ну, есть у нас инструмент, ничего строить не нужно, нужно только привлечь хоть какие-то внимание, что это нужно. Пример локации астероидов, значит, с использованием евпаторийской и латышского радара, это так называемый пассивное использование радара. Пассивное в каком смысле? Есть такое моностатик понятие, бистатик. Моностатик – это этот Голдстоун. Моно – это значит, он излучает, он принимает. А бистатик – когда один радар излучает, а сеть принимает. Вот в бистатическом режиме мы работаем. Бистатический режим используется сейчас даже в некоторых эпизодах с 32-метровыми антеннами системы Квазар, координатно-временного обеспечения. Скажем, Голдстоун излучает, отражается излучение, принимается. Ну и понятно, что если больше принимающих, то картинка получается более полной. И здесь некое техническое описание, как это происходит. Радар, то есть астероид вращается, ну, от приближающейся стороны астероида вы получаете более коротковолновое излучение, от удаляющейся более длинноволновое. И анализируя спектр, вот он внизу показан, здесь спектр, вы можете, или много-много спектров, понять, как, например, вращается астероид, и даже какова его форма. Вот примерно такие иллюстрации. Ну и пример, значит, с работы Института прикладной астрономии по наблюдениям астероида, который указан вверху. Обозначение вы запомнили, лучше меня знаете уже, что это значит. Вот. Вот такой астероид. Все прочитали, посмотрели. Я почему показываю, как в России дела обстоят, что мы делаем, это всегда так. Ну и форму, вот решили, что форма у этого астероида вот такая. То есть вы вывели по наблюдениям, наиболее совпадает с кривым блеском. Несколько необычный метод, о котором очень мало известно где-то, а вы наверняка и не слышали, так называемый просветный метод локации. Если радар работает на больших длинах волн, то тело, находящееся на пути вот этого пучка излучаемого, оно, естественно, рассеивает излучение. Если длина волны, скажем, совсем большая, то тело и не заметит, то есть вы не заметите, что там что-то есть. Но если вы уменьшаете длину волны, то часть излучения отражается, а часть будет из-за дифракционного эффекта, вот у вас экран есть, вот идет излучение, волна начинает загибаться из-за дифракции, и вы получаете на оси в тени увеличенный поток. Вот очень странно. В центре пятна, слышали когда-нибудь про опыт Ахараго, это со светом было сделано, когда черный экран на пути параллельного пучка, а на черный экран, это экран в смысле некая затмевающая маска черная, круглая, а на экране не круглая черная тень, а в центре яркое пятнышко получается. Вот из-за того, что из-за дифракции волновой такой. Но здесь немножко такое похоже. Если кто-то заинтересуется, посмотрите, пожалуйста. Это очень интересно. Оказывается, существуют системы, которые работают по малым аппаратам. Ну, например, дроны летят, как их там увидеть? Вот в периметре области, которую нужно защитить, ставятся вышки, на них стоят вот такие радары. Как только дрон пролетает, то в направлении просветной, это значит вот направление вот источник, радар, так вот в этом направлении усиливается поток, резко увеличивается поток. Ну, скачком, естественно. Вы видите скачок, вдруг скачок излучения вот в это направление. Вы видите, что что-то пролетело. Ну, вот такой вот коллеги наши из Нижнего Новгорода, знакомый вам Николай Александрович, ну, из НИРФИ. Да, Дугин, это нижегородцы. Они предложили немножко фантастическую, но тем не менее, почему нет, идею такую, что вот на просвет, то есть если что-то пролетело, тот же астероид внутри, то вы в радиодиапазоне увидите всплеск. Мы, скорее всего, наверное, слышим что-то такое похожее, доклад для малоразмерных, для космического мусора на конференции, которая уже скоро с 17 по 19 апреля будет проведена в ИКИ. 19. Мы сейчас поговорим о том, что нам делать.
Ну и вот я вам покажу еще хронику предвичленных столкновений. Значит, на самом деле, когда мы говорим, что мы много-много уже там десятки тысяч объектов там наблюдаем, знаем о них и все, но реальных событий, когда тело приблизилось к Земле и упало и столкнулось, всего три. То есть мы тело обнаружили, реальных событий, которые мы наблюдали. Наблюдали за атмосферный полет тела, орбиту его вычислили, узнали, где оно войдет в атмосферу, куда упадет, ну и дальше уже все понятно. Это два события на этом слайде. Одно из них 2008-TC3. Значит, наблюдатель Ковальский в обзоре Каталина, один из обзоров, про который я вам говорил, астроном американский, обнаружил, это небольшое очень тело, поэтому его видели только вблизи, и случайным образом, естественно. Ну вот посмотрел, тело, видите, всего несколько метров. За атмосферные его размеры несколько метров, но а упали там буквально десятки сантиметров, потому что тело разрушилось по дороге. Это было первым таким вот событием, когда тело наблюдалось за атмосферой Земли, было предсказано, что оно упадет, постепенно уточнялась орбита, показано где, и потом, значит, фотографии тела я не показываю, ну, обычный кусочек там метеорита лежит на Земле, в Суданской пустыне. Вот, второе событие, тот же самый наблюдатель нашел, тоже это небольшое тело. Почему небольшие тела находят? Да потому что их много. Они все время летают вокруг. Ну вот, случайным образом наткнулись на очередное, гораздо более частое событие, вход малого тела в атмосферу. Это скорее демонстрация технологий. И это тело упало в Атлантическом океане, ничего не нашли, но тоже вот внизу картинка ему соответствует. Это 2014 АА. Кто скажет, почему АА? Обозначение стероидов помните хоть немножко? Да, что это? Да, вон видите, тут написано 1 января. 1 января тело обнаружено. Очень интересный объект. Вот этот, чем он интересен? Интересен, потому что я его, этот объект, ну, наблюдал в большой компании. В каком смысле наблюдал? Наблюдал, как развиваются все вот эти события. В прошлом году, летом, в Германии, там есть такой Excellence Center, несколько университетов немецких в Мюнхене и немецкое космическое агентство образовали центр для такого очень интересного формата. Люди собираются на 2-4 недели, и одну из тематик, вот эта тема была, например, астероидно-кометная опасность, обсуждается со всех сторон. Это ведущие специалисты, было жутко интересно, просто фантастически. Я считаю, что мне повезло в жизни. Я увидел всех лидеров в этом направлении и задавал вопросы, не стеснялся, задавал, как и глупые и прочее. Мне, например, там подтвердили, что именно эффект Ярковского ответственен, Микеля Гранвик, ответственен в наибольшей степени за транспорт астероидов вот в эти самые щели Кирквода, то есть резонансные зоны. Я еще спрашивал насчет других механизмов, говорит, ну пока так, ну вот хорошо. Так вот, там все это, как раз мы были там в это время, 2 июня, упало тело на границе Ботсваны-Намибии, и оно было обнаружено заранее. И вот посмотреть, как это все в динамике, как идет информация, к сожалению, наши там не участвовали совсем, было очень интересно. Сейчас, секунду, что-то не то. Игорь, я перезвоню, я сейчас лекцию читаю через часик. Перезвоню. Сейчас отключу звонок, чтобы не мешал. Это по организации конференции по мусору. Игорь Юсовик, ответственный за одно из направлений. Там будет 5 секций, обнаружение, ну так всякое, потом расскажу. Вот таймлайн. Тут все вот это живое, все вот так происходило на глазах. То есть в течение там 8 часов развивалась вся драма, и непрерывно шла информация, как уточняется орбита. Вот с начального вот такого, вот этого самого с низким, сначала вероятность столкновения оценивалась там 3%, потом 30%, потом сужалась, наконец она упала. И еще одну хочу показать штуку сейчас вам в этом кусочке лекции, которую вы, может быть, и не слышали, может быть, и никогда. Как еще наблюдают вот такие события, входы там в атмосферу? Значит, есть такая организация, она называется Comprehensive Nuclear Test Ban Theory Organization.
Это значит, nuclear test ban, понятно, запрет ядерных испытаний. Это значит, договор организации, все слова понятно, что означает. Comprehensive, полная. Эта организация ответственна за организацию функционирования сети станций по всему миру. Эти станции включают различные устройства, включая там радио, обнаружение радионуклидов, там чего, все что угодно. Но одна из подсетей вот этой станции, из 250 на 60 станциях стоят инфразвуковые датчики. Взрыв, скажем, более 0,1 килотонны производит звуковую волну низкой частоты, бум, которая проходит аж по всему земному шару. Но если меньшей мощности, то уже вы просто она не дойдет туда. А раз она по всему, то попадает на станции, и когда вы имеете сеть станций и имеете направление, то вот Питер Браун, знаменитый, я бы сказал, канадский эксперт по атмосферным входам, по метеорам, он сказал мне, что могут достигать точности фиксации места взрыва точности 1 километр. Это очень высокая точность, очень высокая. Вот одна из станций, которая находится в Дубне, здесь показана, как мелко написано, ну, неважно, там потом посмотрите, там все спрятано, вот такой вот, вот для инфразвуковой. Так вот, как раз инфразвуковые пришли данные на следующий день, значит, вечером столкновения, пришли инфразвуковые данные, которые показали уже, где это точно. Свидетельств на регистраторах было там немного, это не как в Челябинске, все-таки крупный город и, ну, Африка. Но тем не менее, значит, с помощью всех этих данных было уточнено место, экспедиция направлена. И очень быстро они нашли вот эти самые обломки этого астероида. А, можно вот такой момент, по-моему, происходит при... Значит, да, это звуковые волны, они в атмосфере вот эти регистрируются. Они идут... Вот я специальную картинку вам показываю. Вот Челябинское событие. Вот он. Вот он, это основной. Это что такое взрыв? Это выделение значительного количества энергии в малом пространстве в короткое время. Ну вот, можно сказать так. Понятно? Вот взрыв. Ну, с сейсмикой это отдельная тематика, здесь есть сейсмика. Все-таки, вот, скажем, 0,1 килотонны, 100 тонн. 100-тонный взрыв вы глобально не обнаружите, локальная сеть, если есть. А в инфразвуке, что хорошо, что волна от 100-тонного взрыва, я 100 тонн, ну, в 3 нитротоллуаре в эквиваленте, уже способна обогнуть. Ну, то есть уже глобальная сеть. Сейсмика работает, и 100 тонн взрыв вы обнаружите, но в более локальной области. Так, эту часть мы с вами прошли, и, значит, это в прошлый раз рассказывали про эти средства. А теперь лекция 3.6, это оценка вероятности столкновений у нас. Да? Ну, как раз она небольшая. Да. Ну, сейсмикой все меряют. Конечно, всякие испытания там подземные там и прочее, вот если говорить про эту область, взрывную, конечно же, более того, взрывы специально устраивают. Ну, обнаружить, вы скорее это последствия обнаруживаете, то есть сейсмика вам не даст, вот в отличие от звуковых волн, а сейсмика не даст такого точного определения координат. Здесь, видите, километр. Вот Питер Браун мне сказал, у меня глаза на лоб были, так удивлен я был сильно, но от незнания моего. CTBO. Comprehensive, да. Так, теперь мы с вами переходим вот к этой лекции, относительно небольшой. Оценка рисков. Помните эту картинку? Все помните. Поэтому едем дальше. Эту картинку помните? Да. Здесь показаны
последствия для разного размера тел, ну, астероидного, кометного типа, которые входят. Ну и вот та самая область, которая нам интересна. Область, которая лежит выше этого красного прямоугольника, там все-таки последствия для науки интересны, а для проблемы угроз космических нет, угроз уже не представляет. А для области, которая ниже, угрозы очень существенны, но крайне редкие. То есть столько не живут. Человечество столько не проживет. В академическом плане очень интересные и фильмы красивые, и всякие кошмары, и все. Но мы говорим о практическом интересе, о тех событиях, которые происходят, скажем, которые могут нанести ущерб существенный, сравнимый с уничтожением крупного города, по крайней мере, ну где-то так, и происходит на протяжении жизни человечества, наше человечество, вот наше Homo sapiens, напомню, примерно 100 тысяч лет. Вот, вот такие ограничения. Значит, как оценивают угрозы? Есть шкалы, разные шкалы. Я говорю сейчас о самой простой шкале, которая принята для информирования населения. Вы, наверное, знаете про всякие уровни угрозы, там, скажем, погодные угрозы. Ну, МЧС говорит, по погодным условиям оранжевый уровень, по террористической там угрозе уровень такой-то, да? Это уже не МЧС говорит. А вот в шкалах, таких простых понятиях, либо в числовых, либо в цветовых, а здесь сразу в числовых и в цветовых, введена так называемая Туринская шкала. А здесь все понятно. Значит, по ординате вы видите кинетическая энергия, то есть это степень опасности. Но ясно, что чем больше энергия, чем мощнее взрыв будет, тем больше опасность. И вероятность. И вот разделено все на зоны такие. Вы потом посмотрите в этой лекции, я сейчас быстро пробегу таблицу, каждая из зоны характеристика. Значит, 0 – спите спокойно, 1 – спите спокойно. Но пусть какие-то самые специализированные астрономические службы чуть-чуть посматривают. 2 – ну, астрономы немножко повнимательнее будьте, вот так скажем, и так далее. А вот когда стемнеет, уже более красный становится вот этот самый геометрический узор, то это означает, что все больше и больше опасность нарастает. Риск, еще раз я говорю, вот эту вот картинку, она простая очень, но важная. Риск – это численная характеристика угрозы. И вот здесь численная характеристика выражается вот в этих самых цифрах. 0 – никакой, а 10 – караул. Все. Понятно? Значит, и вот похожие, очень похожие шкалы применяются в МЧС. Это шкала зонирования рисков, скажем, любое, вот даже стройку проводите и все. Нужно оценивать всегда риски как какого-то рода. Если считать, что человек самое ценное, то и считать по опасности в количестве возможных смертей в результате какого-то события, то вот таблица вот выглядит вот так. Частота опасности в год, частота реализации вот этой опасности, то есть сколько может быть там гибели человека и людей может быть погибнуть. И дальше, вот видите, вот погибло более одного человека, один человек, погибших нет, имеются. Чем больше погибших, тем опаснее, это как бы красная зона на вот той самой Туринской таблице. Ну и здесь что-то нужно делать. МЧС ведь эти таблицы строят для чего? Чтобы понять, оценить, каков риск от этого события, и принять какую-то меру. Вот здесь ничего не делать, спать. Здесь неприемлемый риск, необходимы неотложные меры. Это система принятия решений. Значит, и это МЧСовские данные. Общепризнано, что смертность порядка 10-6 в год является для данного любого мероприятия, скажем, стройки там или еще чего-то, приемлемой. Вот те риски, которые связаны вот с чем-то, вот они приемлемы, так считаю. Ну, а для обслуживающего персонала 10-5. Ну, понятно, что приходится работать людям там в сложных условиях, там на каких-то энергетических станциях, где риски, конечно, выше там и так далее, и так далее. Но примерно так. Более того, я вовсе не циничен, я просто понимаю, что мир-то прагматично устроен, вот как бы мы ни были, как и романтично настроены. Есть стоимость жизни, оценка стоимости, средняя стоимость жизни. Ну, например, группа из, там, ну, условно скажем, 3 человек заблудилась в горах высоко где-то. Их надо
спасать. Вроде бы да, ничего не жалко. Но на самом деле, если меры по спасению превышают некую сумму, делаться ничего не будет. Но понимаете, скажем, из-за спасения трех оболтусов, которые забрались вот с ветром в голове там на какую-то вершину, слезть оттуда не могут, и если для этого понадобится эту гору срывать, потратить миллиард рублей, ну кто им найдет эти миллиард рублей? Это государство не будет такие деньги тратить, невозможно. Естественно, что если это космонавт, то есть, я говорю про средних людей, про нормальных оболтусов вроде нас с вами, а если это космонавт, ну там, да, там средства будут выделяться, политически значимые случаи и так далее, а в среднем вот так. Но вот чтобы вы понимали, сколько стоит, я с МЧСовцами работал, книжку-то они мне оплатили, вот эту вот, которую вы видели, распространялась она, Алексей распространил, издание книжки. И работал, и материалы переписывал, там есть глава целая по материалам. Написано было очень казенно, пришлось так переработать немножко литературно. И говорят, 2 миллиона рублей. Вот цена жизни в планировании операций МЧСовских по спасению и по прочему. Это цинично, но это только может выглядеть. Но реально это так. В жизни всегда мы соразмеряем, что мы готовы отдать. Ну, дальше. Это вот смысл показателей Туринской шкалы, я несколькими словами рассказал. А недостатки понятны. Все-таки она не гладкая. Вот видите, например, вот событие, которое имеет... Давайте здесь покажу. Вот событие имеет, значит, вероятность, допустим, 10⁴, а на несколько порядков величины, на много порядков величины последствия отличаются. Понятно, что и риск на несколько порядков величины отличается. А есть еще зоны, вот узловые, например. Вот здесь вот, здесь событие, здесь. Здесь нужно караул кричать, вот здесь нужно караул кричать, здесь можно спокойно относиться. А события, вот они все здесь находятся. То есть в стыковых узлах, при целостных системах вы всегда получаете какую-то странную ситуацию, когда непонятно, с чего вдруг там поменялась, там, скажем, мощность взрыва там, на 1%, а вы должны уже применять совершенно другие меры, совершенно другой стоимости. Поэтому применяется другая шкала, профессиональная, так называемая Палермская. Она была представлена группой доплатчиков в Палермо, астероид 2001, from Piazzi to the third millennium. Кто знает, чем знаменит 2000, где, чем знаменит Пьяцци? А, он Джузеппе. Это очень серьезный, конечно, да, фактор, чтобы считать его знаменитым. Вот. А то, что он открыл астероид, и открыл он его 1 января какого года? 1800. Ну, что так не уверенно. Вот к 200-летию этого события и эта конференция и состоялась как раз, к открытию первого астероида. Вот почему она такая была. Вот, значит, Палермская шкала выстраивается со значением логарифма вероятности. Значит, P – это логарифм здесь, а R, вернее, риска. А R – это некоторый нормализованный риск, относительный риск. Формула простая. Риск – вероятность. Естественно, чем выше вероятность, тем выше риск. А вот внизу у вас есть дельта T. То есть, чем дальше это событие от нас отстоит, тем риск меньше. Это тоже понятно. FB что означает? Дело в том, что это не абсолютный риск, а относительный. Вот нормально развивается жизнь. Всегда есть некая средняя вероятность риска, что астероид упадет сюда, там 10 минус, допустим, ну какой-то астероид, там 50-метровый, вероятность 10 минус 9. Это средняя вероятность. А теперь мы видим, что какой-то астероид 50-метровый, и вероятность, что он упадет, уже не 10 минус 9, а 10 минус 8. Так вот, превышение вероятности конкретного события над средним, вот это есть величина, это относительный риск. То есть, если превышает, то ну, насколько смотря превышает, если превышает на порядке, надо уже думать, если над естественным. Если не превышает там на доли процента, ну и фиг с ним. Понятно, да? Это относительный риск. Как часто происходят события с энергетикой более чем заданное количество в мегатоннах? Вот вы, например, скажете, Челябинское событие 0,5 мегатонны.
подставляете сюда 0,5, возводите степень и получаете частотность, сколько в год таких событий будет. Ну, где-то раз в 50 лет получите. Здесь просто описано то же самое, что я сказал, и что Александр сделал как вежливый человек. Он сделал вид, что понятно, он мне кивнул, чтобы я отстал. Но это нормализованный относительный риск. Он непрерывен. Ну, понятно, по виду функции видите, что это непрерывная функция. И характеризует, ну, в общем, достаточно уже гладко все это. Нет вот этих вот фокусов, когда вы прыгаете от безмятежности в ужас, хотя параметры меняются совсем немного. Узловые точки на Туринской шкале. А вот пример. Я специально взял пару дней назад, чтобы совсем свеженький был. А какие вероятности и какие оценки риска по шкалам, прежде всего по Палермской, они есть. Здесь учитывается то, что это на столетнем периоде, учитывается то, что может быть несколько сближений, несколько, как говорится, угроз в течение столетия, тогда они складываются. Это кумулятивная, получается, вероятность. И вот ваш апофис, наш апофис находится вот здесь, у которого когда-то вероятность столкновения была 30%, а сейчас кумулятивная, общая, несколько раз будет сближаться, а у него вот такая всего лишь, что такое? Всего лишь вот такая вероятность, и он далеко не первый в списке. Вообще то, что меньше минус 2 по логарифму, имеет такое скорее научное значение, вот такое, с практического нет. А вот если выше, чем минус 2, вот, например, вот этот астероид уже имеет относительно практическое значение, но он будет иметь это значение через примерно 800 лет. То есть вот тогда да. Сейчас он оценивается, но просто время большое, поэтому мы оценим его низко. Со временем будет все время расти или уточняться орбиты, и тогда там разные факторы. Картина-то меняется. Поскольку мы знаем очень мало о населении астероидов, сближающихся с Землей, я вам уже рассказывал, полнота наших знаний какая, то картина меняется, и родинчик мы можем ждать в любой момент. Оценка количества жертв при столкновениях. Ну, естественно, что вот мы же только что очень цинично поговорили с вами о цене человеческой жизни, что это самое главное, самое ценное, но вот в них все и меряется. Вот в работах, представленных в НАСА в 2010 году, вот это вот график взят оттуда из отчета НАСА, ожидаемая фаталитис – это смертей от удара о Землю, от удара в океан и от эффектов глобальных, так называемых. Если вы часто слышали, и даже газетчики это используют, если тело имеет размер больше 1 километра, то последствия будут глобальными. Это означает, что появляются такие эффекты, которые для малого, меньшего взрыва, меньшего события, но имеют локальное какое-то значение, но не распространяются на всю Землю. А здесь на всю Землю и сразу резко возрастает смертность от этого, вот этот скачок. Какие это эффекты, мы сейчас увидим. Ну и более сложная, более профессиональная в 2017 году картинка, которая построена, вот этот график, это тоже риск большой, но здесь уже по всему населению. Что это означает? Это означает, что независимо от размера, то есть размер может быть большой и в данном событии очень большой, как вот здесь, как вот на этом графике, много смертей и прочее, но эти редкие события. Поэтому вы же должны на время разделить. Это же нужно плотность риска изучать. В данный момент что опаснее? Так вот, примерно одинаковая опасность означает от больших объектов и от малых. Примерно одинаковая. Вот смысл этой картинки. Распределенный риск. Следить надо и за большими, и за малыми. Малыми это здесь, ну, 50 метров, скажем, порядка того. А картинка ту же НАСА приводит. Сколько смертей в год от всяких событий? Ну, скажем, от атаки акул, ну, понятно, от астероидов, как вы видите, от землетрясений, от малярии. Вы видите, что астероиды здесь очень далеко. Эта плотность вот этой самой опасности, плотность риска, она очень мала. Поэтому, когда вас журналисты пугают или кто-то, ой-ой-ой, это да. Но когда это происходит, становится самым главным вот событием. Вот еще раз. Плотность мала, это действительно так, и многие чиновники говорят, зачем этим заниматься,
плотность мала. Вон, видите, малярии сколько. Но когда это событие происходит, вот пиковая нагрузка может быть очень большой. А к этому надо быть готовым. Не надо все время. Вот еще тоже взяли они некое среднее время 65 лет, когда человек уже, мама о нем не очень заботится, он уже самостоятельный, живет, вот он таким риском подвержен. А вероятность погибнуть за 65 лет, по данным США, в автомобильной аварии вот такая. Дальше вы читаете. Я бы сказал, что это чисто американская таблица, потому что в России, я бы сказал, погибнуть от водки, сюда бы вставил. А тут электрический стул, там и так далее. Фейерверк сам не злой, вот там. Но вот у них так, вот такая, такая таблица. Тем не менее, это всегда оценки. Ведь мы же говорим не просто о картинках, там рассуждаем про красивое звездное небо, астероиды и прочее, а практический аспект проблемы говорит, надо когда-то принимать решение, а решение принимается всегда вот исходя из таких вещей. К ним надо привыкнуть. Еще раз. Нет, это США. Это экспертов США по миру. Я посмотрю, откуда я взял. Я бил американский документ, оттуда было взято. Ну, да, предыдущий-то прямо выписан. Вот из отчета НАСА за 10-й год. А? Ну, количество, это статистика. Статистика в основном по реальным, конечно, событиям. От астероидов теоретическая. Здесь такая смесь. Ну, понятно, что, скажем, там все остальные, они более-менее реальные, кроме астероида. Астероид ставили здесь для оценочной характеристики, теоретически, в таблицу реальной статистики. Это реальная статистика такая. Понятно? Ну, если вот взять все это население объектов, там сколько у нас сейчас потенциально опасно, сколько не будет, то эта картинка, я был рецензентом этой работы, Клеменса Рамфа, она просто показывает, что на Земле нет мест, в которые защищены. Ну, в статистическом плане, на большом интервале времени, все места примерно одинаково покрываются вот этими возможными путями падений. Это возможные коридоры падений. Коридоры падений вы видели много раз, что это такое. Тело, которое входит в атмосферу под углом, всегда почти под углом. То есть зона поражения, она не кругляшок, а вот вытянутая такая. Типы ударов. Хорошая работа, мне очень нравятся работы, которые ведутся у наших коллег в Институте динамики геосфер Российской академии наук. Особенно там Шувалов, Свецов, Трубецкая, Попова и так далее. Значит, они проанализировали с помощью, конечно, существенно сложного численного кода SOVA, проанализировали, что будет, вот если тело входит в атмосферу. Будет ли кратер, будет ли воздушный взрыв, либо приповерхностный. Ну, в общем, здесь вы видите эту картинку. Черная зона – это полное торможение в воздухе, и эллипс – это примерные параметры, соответствующие эллипс пустой, он белый, на самом деле он в черной зоне, соответствующие тунгусскому событию. Вот у тунгусского события, у тунгусского тела, вот эти параметры, то есть диаметр ударника и угол входа в атмосферу, лежат оценки вот в этом диапазоне. И это соответствует воздушному взрыву. Угол удара, угол входа, да? Да, угол входа в атмосферу. Если бы угол входа в атмосферу был больше, то сместилось бы вправо. То есть он мог выйти даже... Вот смотрите как. Вот если бы угол входа в атмосферу у... Так, не то. Сейчас я выключу. Угол входа в атмосферу был бы больше, он бы мог сместиться и даже достигнуть Земли. Вот сюда сместиться. Вот при вертикальном падении не исключено, что это тело бы просто долетело до Земли и все. Вот. Видно, что, значит, тела вот эти крупные ударники, которые входят под относительно, значит, под относительно вертикально, более там с каких-то метров, обязательно организуют кратеры, это вот эти все, вот эти все. А если тело совсем крупное, то ему наплевать, под каким углом он входит.
Он может войти в атмосферу, километровое тело под углом, вот, совсем вот, вот атмосфера, и вот так входить. И все равно атмосфера ему уже не помеха. Собственно, почему тело взрывается в атмосфере? Просто. У вас входит челябинское тело в атмосферу, вот оно летит. Оно набирает по дороге массу, сравнимую воздушную массу. Вот масса этой трубки, которую она проходит, сравнима с массой самого тела. Раз оно сравнимо с массой самого тела, то, естественно, теряется энергия. И в то же время, не скорость, и в то же время происходит, поскольку это выделение энергии, разрушение тела. Как только тело начинает разрушаться, как челябинское тело развалилось, увеличивается его поверхность, тут обратная такая задача, резкая. Резкое увеличение поверхности приводит к резкому торможению, резкое торможение к резкому нагреву, резкий нагрев к более резкому разрушению. И вы получаете за пару секунд вот такой катастрофически нарастающий лавинообразный процесс, вот этот самый взрыв. Ну, в общем, вы видите, здесь есть два графика. На А это кометы, и на Б астероиды, если я не перепутал последовательность. Поражающие факторы. Поражающие факторы, сейчас немножко займемся гражданской обороной. Если тело взрывается в атмосфере, то вот эта ударная волна, тепловое излучение, ну и менее значимые электромагнитные излучения, сейсмические эффекты только для очень крупных взрывов. Ну, например, Тунгуска, когда взорвалась, то сейсмические волны были. А от челябинского тела что-то я там не видел. Загрязнение атмосферы парами и так далее. Значит, при ударе о поверхность Земли, тут еще и кратерообразование, понятно, что летит эти обломки Земли, причем при крупных ударах они могут вылететь по высоким траекториям, огромные массы Земли, вторичный удар, картинки вы эти видели. Это нереально, это далеко, но теоретически красиво, когда получается такая вторичная каскадная бомбардировка Земли на грех. Тоже ударная волна в атмосфере, тепловое излучение, образование цунами, если в воду упало достаточно крупное тело, выбросы, акусто-гравитационные волны, ну и так далее. Вот эти скорее для вас как справочная, справочная информация. Ссылочки здесь простые, я это все в книжке, которая у вас есть, это есть, поэтому я не особенно много останавливаюсь. Ну, на поздних стадиях столкновения, а возможно выбросы, собственно, столкновение уже произошло, а все вот эти вещи остаются. Это остается и электромагнитное возмущение, и тепловое излучение, то есть пожары, вызванные пожары тепловым излучением, и акусто-гравитационные волны, мы о них немножко поговорим. Ну, чаще всего, что нужно учитывать? Чаще всего все-таки сталкиваются тела небольшие, декаметровые, ну, как Челябинск, как Тунгуска и так далее. Вот здесь основным фактором баланс, вот на всех этих факторах выделяется какая-то доля энергии. Каждый фактор означает, что какой-то процент энергии вот в этот канал идет, энергетического воздействия, возможно, негативного. Так вот, для малых тел основной канал – это ударная волна. В основной, при ударе вот это малые тела, пример Челябинска, а для тел больше Тунгуски, но тут может быть уже и, там, и более выраженное световое излучение, а если, скажем, 200 метров попадает с 200 метров и выше, попадает в воду, то уже становятся значительными последствия цунами. Ну, то есть все зависит от размера. Если кто-то захочет посчитать, это физика красивая, тут только очень целую жизнь надо посвящать, то можно просто вот посмотреть, как баланс энергии при входе в атмосферу такого-то тела, такого, как баланс меняется, сколько уходит на ударную волну, сколько уходит на вот все эти факторы разделения. Но это целая длинная история. Ударная волна. Почему, когда я вам распространял объявление, или здесь распространяли объявление о лекциях, то там была к студентам просьба познакомиться с основами газодинамики. Поэтому про ударную волну не рассказываю, очень интересная тема, но вы это все уже прочитали и уже знаете, что такое ударная волна. Вот пример модели Тунгусского события. Марк Бослоу посчитал, у нас тоже есть такие расчеты. Здесь, что вы видите, вот на этой картинке, это как раз распространение ударной волны. Так, снова запустим. Ёлки-палки.
Так. Ударная волна отражается от Земли. И здесь вот целая система ходит волн. Взрыв произошел на высоте, где Тунгусский есть. По этому следу, раскаленному следу, по которому шло тело, по нему происходит выброс, в отличие от всяких там атомных взрывов, где выбросы вертикальные в основном. То есть здесь вот этот выброс идет, его называют плюм. Такой вот этот плюм. Этот плюм – светящиеся газы, которые излучают. И при Тунгусском событии пожар был точно. А вот пример расчет. Это статья Шувалова и команды из ЭДГ, 12-й год. Тут интересно, как зависят зоны поражения от угла входа. Это то же самое тело. Это летит астероид Апофис, но вот в правом он вертикально, а 90 означает, что это 90 градусов к горизонту, ну, значит, вертикальный вход. Видите, зоны поражения, а это поражение что такое здесь? Это избыток давления. От ударной волны главный поражающий фактор – избыток давления. Как он меряется? Вот по отношению к обычному давлению, скажем, добавляется еще сколько-то, и вот это сколько-то – это очень-очень может быть опасным. Ну, скажем, при избытке давления даже в 1/10 атмосферного давления может быть баротравма, а еще больше тогда гибель человека. Его порвет, можно сказать так. Вот смотрите, при вертикальном входе вот зона вот такая. Энергия в основном уходит и вверх, и скажем, на то же самое землетрясение, если долетает до Земли, а оно долетит до Земли 300 метров, как мы видели, обязательно долетит. А на ударную волну при вертикальном входе немного. Вот эти концентрические окружности как раз и показывают их. Здесь расстояние в километрах. Значит, внешняя граница – это вот, ну, зона опасности. А здесь зона тотального уничтожения всего. И людей, и строений, и всего на свете, черное. Значит, эти вот давления показаны в килопаскалях, 20, 35 и 50, избыток давления какой. Избыток в 35 килопаскалей уже смертельно для человека. Ну, то есть вот это вот точно уже смерть, это травмы, а разрушение строений тоже происходит на этой зоне. А теперь, топ, стоять. Чуть-чуть. Так. А теперь смотрим, если под углом входит. Под углом 45 градусов, 30 градусов. Ну, это все горизонтали, то есть вот под такими углами. Вы видите, насколько увеличивается зона поражения. То есть это означает, что при угла входа, при косых падениях, большая часть энергии уходит уже не в землетрясение, там, не в сотрясение Земли, как при вертикальном ударе или еще куда-то, а именно в ударной волне. Зона поражения ударной волной увеличивается в разы. По площади даже, может быть, десятки раз. Вот насколько это увеличивается. То есть, пока тело летит, оно выделяет энергию свою в виде ударной волны, и это на большом протяжении, на большом, скажем, участке, ну, 40 километров, да, больше пролетело челябинское тело в атмосфере, больше пролетело, прежде чем взорваться, там почти 100. И вот все время оно выделяло эту энергию. А если бы оно пролетело вот так, ну, было бы путь у него был 10 километров всего в атмосфере. А вот здесь оно выделило. Поэтому зависит от угла входа, очень важный показатель. Действие избыточного давления, это материал МЧС, чтобы знать, что происходит. Вот при избытке, скажем, в 30 килопаскалей, а мы здесь видим, у нас тут 20-35, внешний контур это 20. Ну, рухнут перекрытия, рухнут стены. Вот та самая область поражения. Для людей, люди, находящиеся на открытом, это 35 примерно, если в закрытом помещении, ну, здесь может быть 55. Избыточное давление, которое, ну, как говорят, разорвет легкие и так далее человек. Значит, вы, наверное, слышали много раз так называемые лавинные волны, лавинные воздушные волны. Были случаи не раз, когда, я сам читал, в Швейцарии отель, сошла лавина, лавина остановилась, она не дошла до отеля. Но сопровождающая вот эта нагрузка, это не ударная волна, это гораздо менее скоростной, но напор воздуха был такой, что у людей, которые сидели к окнам, окна выбило и разорвало легкие. То есть избыток давления. Тут вот такие вот вещи происходят. Значит, тепловое излучение, то, что называется в атомной
военные технологии Fireball, ну и в астрофизике тоже Fireball. Значит, часть нагретого вещества, особенно газы и твердое вещество, естественно, излучают. И это излучение может быть очень плотным, приводить к пожарам. Ну, например, для Тунгуски область тотального вывала леса, которая была обеспечена именно ударной волной, 2000 квадратных километров, а площадь пожара 500 километров. В принципе, зоны поражения, вызванные чрезмерным нагревом и воспламенением, ну, люди, конечно, тоже обгорают и обугливаются даже. Ну, все вот это площадь меньше, по площади меньше, чем ударная волна, но тем не менее тоже значительная. Вот действие теплового излучения, это скорее для физиков, при каких нагрузках, посчитать вы можете сами, мощность взрыва понятна, возьмите, скажем, 10% энергии, если идет на тепловое излучение при мощности такого взрыва. И при таком-то расстоянии легко посчитаете киловатты на метр квадратный, и увидите, опасен или нет. От челябинского тела чувствовали некий нагрев, ожоги никто не получил, это было высоко, энергия была маловато, расстояние было большое, и, скажем, нагрузка была, тепловая нагрузка от излучения меньше, чем вот эта цифра. Сейсмический эффект. Это всегда так сложно. Если это крупное тело, оно вызовет серьезный сейсмический эффект, оно наплюет на атмосферу, на все остальное. Если это мелкое, ну вот для тел, как, которые падают, скажем, порядка 50 и больше метров, которые достигают, он пока небольшой. Может быть. Кратер. Мнемоническое правило. Я вам, видите, я не мучаю вас формулами. Вы все равно их не успеете осознать, тем более там проникнуться, а только качественные понятия, характеристики. Так вот, качественные нам достаточно. Вы увидели кратер на фотографии, вы гордо говорите: мама, я знаю, что здесь упало. При тех скоростях, которые характерны для космических тел, обычное соотношение, диаметр кратера — это примерно 20 диаметров ударника. Значит, кратер на полуострове Юкатан, знаменитый Чуксулуп, да, имеет размер примерно 200 километров. Какое тело упало? Маша считает. Сколько километров тела было, которое упало на полуострове Юкатан? Кратер 200 километров. Молодец. Вот, ну, чувствуется профессионал. Вот, ну, здесь общие слова написаны. На российской территории, конечно же, кратеры есть. Большая часть из них из-за эрозии, из-за всяких геологических и прочих процессов исчезла с лица Земли, но, тем не менее, есть даже 100-километровые. Про кратер Попега я вам рассказывал. Помните, про источник алмазов рассказывал, да? Ударные. Наличие вот этой алмазной крошки мелкой точно показывает, что это ударные, потому что очень высокие давления и температуры приводят к превращению в алмазы. Подводный кратер. Примерно 200 крупных кратеров на Земле, из них, ну, и там 20 под водой обнаружены. Но в не очень глубоких морях вот кратеры есть такие. И та же самая группа в ИДГ рассчитала, ну, это модель их показывает, не только они считали, как образуется подводный кратер при падении в океан, в море, там, ну, достаточно крупного тела. Что такое достаточно крупное? Опять мнемоническое правило, но это уже вам меньше в жизни нужно, но в отличие от там, где блеснуть. Если тело имеет размер, вернее, глубина моря имеет размер меньше 5-6 размеров падающего тела, то обязательно образуется кратер. Вот все. Значит, вот это тело шлепнулось 600 километров, море глубиной 1 километр, и понятно, что тут написано дальше. Такие вещи, сами кратеры подводные, конечно, не имеют такого значения, как наземные. Наземные может всякое быть. Наземные может перегородить реку. Слышали, вот в Бурье, да, там, сколько было шуму? Упал астероид, сдвинул скалу, там, загородил реку, там, и так далее. Ну, оказалось, что это вовсе не астероид. Мне тоже звонили. Конечно, не астероид был, потому что никаких следов не было. Это был просто оползень. Но реку загородило, если бы ее там не повзрывали, всю эту стенку, и не освободили реку, то могли быть очень тяжелые последствия потом. То есть кратерообразование, площадь может быть небольшая кратера, но тоже могут быть. Подводные нет. А вот цунами – да. Цунами – это один из самых опасных факторов. И почему? Потому что люди живут в основном по берегам. И цунамийные события уносят сразу там по сотни тысяч, помните это, да, вот
в Яванском море, цунамийное событие, которое несло сотни, 300 тысяч человек погибло там в окрестностях всего этого. Цунами штука опасная. А здесь для интереса, кто заинтересуется динамикой, здесь не только радиоактивная газодинамика, но еще и физика твердого тела. Вообще расчет эти очень красивые, сложные задачи, комплексы очень интересные. Тут надо много понимать для того, чтобы правильно разбираться в результатах, что там машина насчитала. Здесь показано, как образуется кратер при ударе тела размером 1 километр по твердой поверхности. Шкалы показаны какие. Значит, показаны даже вот на нижнем, вы сейчас не увидите, потому что некоторые уже нырнули в гаджеты глазками. Они даже не слышат, что я им говорю. Вот, не только вот от удара еще выброшенное вещество падает назад. Выбросили вверх, оно упало, там не точно сюда же где-то. Еще одно сотрясение. Тут весьма интересная картина, очень сложная. Но если просто иметь 1000 жизней и интересной задачей заниматься, вот хорошо, как раз на 1000 жизней хватит, чтобы проникнуться и замечательно все здесь. Выбросы. Про выбросы я упоминал. Я не буду все факторы вам. Факторов я вам перечислил. Тут под 100, ну, больше 50. А выбросы – это очень важно. Потому что с выбросами связаны такие понятия, как ядерная зима там, и так далее, и так далее. А выбросы серьезную роль представляют. И вот именно они обеспечивают глобальный эффект в основном. Если тело больше 1 километра, то оно создает выбросы, которые покрывают всю Землю. И эти выбросы в верхней атмосфере живут долго, может даже год, а то и больше. А эти выбросы препятствуют, значит, достижению солнечного света до поверхности, значит, пострадают растения, а значит и животные, а значит и мы с вами, и так далее, и так далее. Вот то, что ядерной зимой называется. Плюс, конечно, образование всяких нехороших соединений, которые приводят, ну вот циан, например, HCN, кто знает, что это такое? А? Никогда не пили? Это синильная кислота, например. Ну и так далее. Здесь у нас химики сидят, они видят, что из многих соединений легко получаются, например, кислоты. Ну, H2SO4. Ну уж что уж такое. Это вы точно знаете со школы, правда? H2SO4, кто знает? А? Нет, это не царская водка. H2SO4. А? Ну вот, молодец. Смелее нужно говорить. Да, пила, ой, извините, знаю, что это такое. Вот в истории, в геологической истории Земли довольно много эпох. Особенно в последнюю эру выделяют вот здесь красивыми цветными картинками наверху. Видно их или нет, не знаю. А, нет, плохо видно, совсем не видно. Вот эти вот. Это геологические эпохи последних 600 миллионов лет. Эту всю эпоху называют фанерозоем. Я не знаю почему, но мне нравится название. Фанерозой. И здесь вот Кембрий, ну тут пошли Ордовик, Силур, все эти темы, Кайнозой, Палеозой, Неозой и так далее. И вот границы часто совпадают вот с какими-то такими событиями странными. То есть меняется картина живого мира в это время. Происходит на границах, происходит, как правило, так называемые экстинкции или вымирания. По следам, всяким окаменелостям, вот смотрят эту историю Земли, когда что происходило. И были периоды, когда до 90% живого вещества на Земле погибало. По разным причинам считается. Из-за всплесков вулканической активности, из-за астероидов. Ну, например, вот это событие точно списывают в значительной степени мел палеозой, 65 миллионов лет назад, ну, приписывают к именно, потому что в это же время датируется этим же временем падение астероида на Юкатане, того самого Чиксулуп, кратера знаменитого. Так что вымирание, скорее всего, связано с активностью как Земли, то есть в виде вулканической, так и внешней, то есть вот этими ударами. А это процентов, да. Сколько чего там помирало? Это для морской фауны, а для Земли еще хуже, для поверхности. Это взята морская, в море отложения там сохраняются хорошо, раскапывают их. А вот расчет выброса, пылевого выброса, газопылевое облако над кратером после падения километрового астероида, это через 10 минут, что образуется. Вы видите здесь, значит, на этой картинке, это вот размеры частиц, какие есть. Здесь
на большие сотни километров, это после километрового узора распространяется через 10 минут, а постепенно и на такие высоты. Высоты я обрезал, километры. Ладно, потом поправлю. Вот такое тело. Значит, Т600 секунд, 10 километров, и появляется вот эта зона выброс пыли, плотная эта пыль, а здесь пары всякие, мишени, которые тоже конденсируются в пыли, превращаются там в опасное соединение, тоже могут быть. Вот такой вот появляется через 10 минут уже вот такой гриб, который охватывает там тысячи километров. И он распространится по всей Земле, вот этот гриб, и накроет ее той самой ядерной зимой. Акустика, гравитационные волны, физику даже не рассказываю. Почитайте, что такое волны Лэмбо, а в двух словах это вот что такое. Вы знаете, есть гравитационные волны, ну вот, скажем, волны на воде, они вот такие гравитационные. Воздушные, когда я с вами говорю, это идет волна и уже вектор скорости направлен, ну, условно говоря, горизонтальный сейчас. А если есть и такие, вот это вместе, это сложное движение, называется волной Лэмбо. Вот, оказывается, ну, модели показывают, что крупные астероиды, когда падают, то такие мощные волны образуются, и та составляющая, которая вот направлена вот так, ну, звуковая, можно сказать, она дает массовые потоки атмосферы со скоростями 40, 50 и так далее метров в секунду. Это глобальное будет дуновение, которое сдунет все. 40-50 метров в секунду – это много. Ну или больше превышает величину. То есть очень мощный ураган по всей Земле. Ну и я скоро приближаюсь о Международном банке последствий. Значит, просчитать все заранее, вернее, просчитать сразу. Вот приближается астероид. Ух, мы открыли, вот он скоро упадет. Надо посчитать, что делать-то. Прежде чем принимать какие-то меры, надо посчитать, что будет от этого. Может быть, он упадет, и ничего не будет. А может быть, упадет, и будет совсем плохо. Это надо успеть просчитать. Так вот, мы предложили такую инициативу, даже на международном уровне, на уровне ООН, посчитать последствия заранее. Особенно для зон, которые опасны, где много народу живет, ну, например, для побережья, где опасны там производства сосредоточены или еще чего-то. Посчитать, чтобы была таблица. В армии принимают решения, не включая компьютеры или в МЧС, не включая компьютеры, я имею в виду, запуская сложные задачи, параметризуя что-то, уже есть таблицы просчитанные. Скажем, произошло землетрясение, условно говоря, там в 100 километрах от берега на такой-то глубине, такой-то магнитуды землетрясения. Это значит, что, скорее всего, вероятнее всего, через столько-то там десятков минут или там часов вы ждите цунами вот такой-то, по такой-то шкале. Ну, если это в море упало, да? В море произошло событие. Цунамийные таблицы существуют. Вот примерно такие таблицы мы предложили сделать заранее, чтобы быть готовым к неожиданным событиям. Они могут быть неожиданными, потому что уровень наших знаний вот такой низкий, как я говорил. Мы только в 50-метровых телах знаем, лишь 1% тел отслеживаем, а остальные могут прилететь не знаю когда, то есть в любой момент. Ну, эти работы начаты, опять же, вот в ИДГ, даже наши сотрудники участвовали, вот Сергей участвовал в этой работе по созданию банка данных последствий, только начало. Здесь довольно сложные, естественно, расчеты. Но для этого и нужно заранее время подготовиться, посчитать, а потом уже принимать решение. Таблица ведь это же таблица принятия решений. Вот я же говорил, входные данные дали, там-то произошло землетрясение на такой-то глубине, такой-то амплитуды, там-то, там-то. Что делать нам в этом районе? Вот, пожалуйста, таблица говорит, ничего не делать. Ну и на следующей лекции мы с вами уже рассмотрим методы, как понизить, если это невозможно вообще избежать, как понизить тяжесть последствий. Ну, а если это можно избежать, то как? Ну, как, например, если можно отклонить астероид, что было бы лучше всего, как это отклонить? Ну и как разрушить, если что, астероид или комету? Вот эти методы, это здесь больше физики будет. Но, тем не менее, я рассказываю вам достаточно все наглядно, практически популярно, не ныряя куда-то глубоко. Кто заинтересуется, ради Бога, всегда готов. Готов взаимодействовать. Так, ну и традиционная картинка. Если есть у вас какие-то еще такие общие вопросы, если нет, тогда мы договоримся в следующих лекциях. Какие еще есть общие вопросы? Вы не стесняйтесь, чего вы пришли, считайте, что... Мы с вами на таком, на, ну, почти как планетарии, то есть на популярном. Я же не жду от вас глубокого проникновения там во все это. Конечно, нет. Зачем?